Дорогие друзья, всем большой-большой привет! Очень приятно видеть вас на своем канале. Сегодня приготовим чудесные вкуснейшие котлетки. Очень сочные, нежные, можно съесть сразу много. Для начала нам нужно измельчить капусту 150 граммов. Можно воспользоваться блендером, можно, как я, мелко-мелко нарезать. Капусту заливаем крутым кипятком минут на 10-15, чтобы капуста стала мягче. Также я сразу хочу капусту подсолить. Если капуста совсем молоденькая, нежная, то этот этап можно пропустить. Одну куриную грудку, то есть два филе общим весом 400 граммов, нарезаю вот такими маленькими кубиками. Добавляю одну мелко нарезанную луковицу и капусту. Предварительно я слила жидкость и даже хорошенько ее отжала. Добавляю 3 столовые ложки консервированной кукурузы, столовую ложку сметаны и немножко горчицы. Добавляю 1 яйцо и 3 столовые ложки кукурузного крахмала. Можно заменить на картофельный крахмал или муку. Не забываем хорошенько посолить и добавить черного молотого перца. И остается все хорошенько перемешать. Можно оставить минут на 15-30, чтобы куриная грудка промариновалась, и затем уже жарить. А в общем, можно и сразу жарить, все равно получится очень сочно и нежно. Сковородку разогреваем, наливаем растительное масло и выкладываем по столовой ложке с таким небольшим верхом фарша. Получатся такие небольшие маленькие рубленые котлетки. Жарим на среднем огне до золотистой румяной корочки. Затем переворачиваем. С обратной стороны я буду жарить котлетки под крышкой, так как у меня здесь капуста. Если я делаю рубленые котлетки без капусты, то крышкой можно не накрывать. Получилась вот такая приличная тарелка очень вкусных, нежных, сочных, румяных котлеток. Одной котлеткой тут дело точно не обойдется. Очень вкусно, хочется еще и еще. Очень здорово со сметаной и с чесночком. Попробуйте приготовить, я от всей души желаю вам приятного аппетита. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока, увидимся.